Всем доброе утро. Если меня видно, слышно, поставьте плюсики. Отлично. Итак, поехали. Значит, давайте посмотрим. Есть очень неплохая картинка. Значит, давайте мы этот уровень уберем и вместе с вами проведем новый уровень. Да? Этот уровень хоть и локальный, видите? Давайте я вам объясню одну вещь. Локальные уровни имеют очень часто хорошую предсказательную силу. И причина, вот он, отлично. Причина этого уровня, и вернее причина предсказательности этого уровня, на самом деле очень сильная. Почему? Когда инструмент после большого, очень сильного энергетического накопления пытается выстрелить, естественно, стоит очень большое количество встречных лимитных ордеров. Кстати, на самом деле этот уровень, он не такой уж в принципе и новый. Видите, вот откуда он взялся? Вот он, практически копейка в копейку, видите? То есть это первая остановка после очень сильного движения. На самом деле этот уровень был. Давайте посмотрим, насколько он точный. Low 1.1893, high 1.1893. То есть действительно этот уровень он был раньше. Но опять же, вы видели, я его не брал где-то из истории. Почему? Объясню почему. Если вы будете искать уровень из истории, вы его обязательно найдете. Искать уровни не надо. То есть вы должны смотреть расположение сил. Видите, вот этот уровень у меня старый стоит. Вот тут у меня уровень стоит старый, еще там мартовский. Он действительно очень сильный, он остался. Видите, его не запилили. Этот уровень на самом деле очень сильный, потому что было первое сопротивление. То есть мы остановились, сделали ложный пробой и обратно идем к этому уровню. Да? Так как, видите, уровень предыдущий уже был запилен здесь и здесь, да, то мы взяли вот такой вот очень сильный локальный уровень, который смотрится очень неплохо. Вот любое закрепление выше 1.1893, то есть если мы, например, перейдем на часовик, видите, мы не можем закрепиться выше этого уровня, но у нас идут неглубокие откаты. Если вы торгуете, например, элементарно пробой уровня или пробой после ложного пробоя, то в первую очередь вы должны обязательно обращать внимание на глубину откатов. Вот именно на глубину откатов. Если глубина отката не очень глубокая, потому что не забывайте одну очень важную вещь. В каждой глубине отката инструменту нужно потратить энергию. Да, вот смотрите. Это то место, где энергия не тратится. Если идет откат, то не забывайте, что вот этот кусок энергии, да, вот этот инструмент обязательно там, это Е у нас, энергия, то у нас энергию обязательно нужно потратить для того, чтобы вытащить. Почему? Потому что при любом падении у нас стоит большое количество встречных лимитных ордеров. И когда инструмент начинает возвращаться, он затрачивает, естественно, энергию. И ожидать, что он сразу сделает вот такой вот пробой, практически невозможно. Очень важный фактор, когда вы учитесь, вы должны понимать то, чего вы ждете от инструмента. Например, инструмент, например, должен пойти, желательно вот постоять, да, чтобы он съел все продажи. И тогда на этот инструмент можно обращать внимание. То есть, да, давайте я вам первое объясню. Вот VVST, это наш старый студент, он сказал, что сигнальный ретест не отработал. Давайте я вам объясню одну вещь. Если бы уровни 200% раз отрабатывали, то у нас было бы 100% положительных сделок. Уровень – это не что-то железобетонное, это то, к чему мы можем привязать свою сделку, стоп-лосс и тейк от него. Да? То есть это наша расчетная база. Но и ракеты взрываются, и самолеты падают, и уровни ломаются. Да? Бывает такое, что все, например, вот давайте я вам расскажу одну вещь. Представьте себе такую ситуацию. Вот инструмент стоит, например, там, не знаю, 4 месяца, 5 месяцев в очень узком канале, да. То есть обычно каналы, это, естественно, накопление, да, то есть инструмент очень сильно копит. И у нас очень сильно бронебойные уровни, то есть мы их постоянно вот касаемся этих уровней, да, касаемся этих точек, то есть мы действительно очень хорошо отрабатываем уровни. В какой-то момент, естественно, мы ожидаем, что вся эта энергия, она должна куда-то выйти. Это, знаете, вот как вы проверяете, представьте себе бутылку. Как вы проверяете, есть ли в бутылке вода, если бутылка непрозрачная? Вы берете бутылку воды, например, представьте себе, что вода темная. Вы переворачиваете, если вы видите, что вода выливается, вы трясете до тех пор, пока вся вода не выйдет. То есть у вас есть какая-то энергия, которая должна куда-то выйти. В данной ситуации энергия вода. В картинке, которую вы видите, есть очень сильный набор. Если инструмент пытается пробить уровень, да, то есть он показывает. Если в этом инструменте вот нет вот такой вот энергии,
Все, это хана. Я вам после этого покажу одну акцию. Я сегодня ее давал в про-канале, вернее, вчера вечером еще дал до движения и объясню вам ее. То есть вы должны понимать одну вещь, что очень важный фактор – это нельзя считать, что каждая ваша рекомендация, она будет отрабатывать, запиливаются все точки Виталия. По-моему, ты Виталия, да? Или Володя, я не помню. Запиливаются все точки, любая точка может запилиться, и на Форексе, и на других инструментах. Например, в данной ситуации вы видите, что инструмент идеально отработал уровень, да? Но мы не знаем никогда прям такое расположение сил, как он отработает. Поэтому что мы делаем? Мы готовы принять ситуацию, где мы получим там всего 40% положительных сделок, но у нас приличное соотношение. Для чего еще раз нужны уровни? Уровни именно нам нужны, это те реперные точки, к которым мы можем прикрутить стоп. Это самое важное. И чем сильнее ваш уровень, чем короче ваш стоп, чем сильнее, например, ваш какой-то лимитный игрок, например, давайте я вам покажу, есть очень сильный уровень, вот, видите, уровень, относительно которого был, например, проведен ложный пробой. Посмотрите, какой коротышка стоп был, да. Бывают такие картиночки, например, вот если вы здесь будете отторговывать евро-доллар, да, то вы поймете, бывают вот такие вот картиночки, видите, с короткими стопами и все. Такие картинки можно отрабатывать. Видите, мы практически здесь копейка в копейку, у нас лоу 1.1755, и здесь лоу 1.1754, ну, то есть одна копейка. И в таких ситуациях, естественно, можно отрабатывать очень короткий стоп. Задача трейдера, она на самом деле очень сложная, непростая. Но если вы приведете свой трейдинг к тому, что вы будете искать только очень сильные новости, очень сильные уровни и очень сильные точки входа, то тогда вы сможете по-простому заходить в менее рискованные темы. Что происходит с вами? Вы заходите во все подряд, но если вы будете, например, заходить в что-то вот такое, да, то, где вы понимаете, что есть энергия, да, инструмент может развернуться, мы можем пойти, например, сюда, и у инструмента есть очень четкий лимит, ниже которого нас не пускают. Это понятно, что мы можем пойти вверх с очень коротким стопом. Вот это основная задача. Это основная задача. Чтобы вы понимали, чем ближе к уровню будет ваша точка входа, раз. Чем меньше инструмент пилил этот уровень, два. Чем четче лимитный игрок, три, тем меньше будет ваш стоп. Вот если вы возьмете за правило, не будете торговать все подряд, будете торговать только очень сильные сигналы, у вас все будет хорошо. Идем дальше.